удивительный простой способ вылечить глаза. Смотрите видео дальше. Существует удивительный и простой способ, который поможет вам восстановить свои глаза. У меня в моей жизни была такая история. Однажды человек приехал ко мне и очень долго у меня лечился, и я не мог ему помочь вылечить катаракту, глаукому. На фоне макулодистрофии, там тяжелейшая близорукость, он достаточно взрослый был такой мужчина. И буквально несколько дней назад в Киеве я его встретил без очков, за рулем. И говорю, надо же, как удивительно, у вас линзы. А он говорит, нет, я большое тебе спасибо. Ты когда-то во время своего семинара рассказал о том, как можно вылечить глаза. И я по твоему опыту, вот, о котором ты рассказал, я начал им пользоваться. Помимо прочего, я убрал у себя еще и камни в почках, убрал запоры утренние и так далее. Говорит, огромное тебе спасибо, моя вся семья сняла очки. Ну, я с удивлением начал спрашивать, что же я такого особенного вам посоветовал, что я сам не помню, что это за удивительный, эффективный способ. Он мне сказал, когда-то, еще там 10 лет назад, вы мне посоветовали для того, чтобы убрать заболевание глаз, каждый день утром натощак съедать один лимон с кожурой. И я начал использовать ваш метод. Через 2 месяца я снял очки, и у меня исчезли камни в почках. Также по моему методу начала делать моя жена и мои близкие. И все очень вам благодарны, Андрей Андреевич. Пользуйтесь. И я решил об этом вам рассказать. Действительно, существует определенная идея, которая заключается в том, что лимоны, которые можно и нужно съедать утром натощак, на самом деле я говорил с кожурой, но это не обязательно. Если человек каждый день съедает один лимон и делает это утром натощак, то он избавляется от заболеваний глаз. Это проверено. Также хочу сказать, что есть противопоказания. Какие? Это аллергия на цитрусовые. Второе, это язвенное заболевание желудка, двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, хроническая диарея, несварение пищи. Во всех остальных случаях можно смело применять данный метод, не имеет никаких противопоказаний, не повышает и не снижает кислотность. Великолепный метод, проверенный, действительно улучшает зрение. Также хочу сказать, что очень хороший способ терапии в виде реабилитации после инсультной. То есть, если у человека инсульт, то по утрам необходимо съедать лимон, справляется с парезами, справляется с тромбозами и так далее. Также, по моему мнению, это великолепный способ избавиться от атеросклероза. Будьте здоровы! Здоровым быть легко поможет дуйку.